У Миколаєві триває акція «Волшебство під Рождество», і кожен з вас, шановні друзі, може на декілька може відчути себе чарівником, справжнім чарівником. А в цьому допоможе вам наша гостя Валентина Ткаченко, відома у Миколаєві добродійниця і голова фонду «Доброта і довіра». Доброго ранку. Добре утро. Дякуємо за те, що ви завітали, і, звичайно, за вашу акцію, за вашу невпинність, невтомність і багато інших якостей, за те, що ви допомагаєте іншим. Давайте розкажемо, що це за акція, вже взагалі тому наші постійні глядачі чули про неї, я думаю, але все одно у нас є нагода про неї нагадати. Ну, начнем с того, что уже акция у нас действует третий год, и с каждым годом у нас больше становится детей, которые мы охватываем, мы, правда, немножко меняем категории этих детей, но для того, чтобы каждый год те либо иные дети не повторялись, как бы, а другим тоже дать возможность почувствовать, что есть волшебство, что найти для них какие-то волшебников, чтобы они тоже получили подарки. Акция когда-то зародилась, знаете, даже надо сказать своего ребенка, который принес мне письмо, говорит, отправь Деду Морозу, я хочу, мол, типа, что мне Деду Мороз то-то подарил. И тут возродилось это, как мы уже, в принципе, работаем, очень много фонд работает с детками соцзащищенных слоев, и мы очень часто выезжаем по области, да, это детские дома, реабилитационные центры, интернаты, и вот как-то захотелось воплотить такую же мечту ихнюю, не только на своих детях, допустим, да, и на, ну, скажем, на тех детях, которые ограничены в чем-то, и, ну, они тоже должны верить в чудеса. Они должны знать, что где-то их кто-то увидит, узнает и подарит то, что они хотя бы желают раз в год. То есть я считаю, это было бы очень хорошо. На кого сегодня спрямована эта акция? В этом году у нас было два списка. Слава Богу, первый мы уже закрыли. Это дети Антоновской школы-интерната. Мы начинали еще два месяца назад, для того, чтобы хоть уже был большой промежуток детей. Да, в Антоновке учатся 150 человек детей. И второй список мы охватили, это детки из зоны АТО, папа, у кого без вести пропавшие либо погибли. Это инвалиды и есть многодетные детки, где 4-5 человек семьи. То есть такая тоже, как говорится, категория не сильно сладкая, как мы их называем, но это тоже дети, это звездочки, это малыши, которые верят и хотят своих волшебников, верят тоже в чудеса, и я думаю, что они тоже заслуживают для того, чтобы им какой-то подарок принес там Святой Николай, и, ну и сладости, как всегда, как говорится, на Святого Николая всегда должны быть сладости. Вы не просто собираете гроши, а подходите до творчо, також несете іншим своїм благодійникам якісь тепло своїх сердець і ще готуєте якісь інші подарунки. Да, ми з самого початку вирішили, що збором грошей ми збиратися не будемо, тому що це немножко настораживает людей. Ну, и я считаю, что просто человек, там, допустим, положив деньги, ну, он может посчитать, что да, он принял участие, но он неполноценно это все как-то прочувствует. Мне хотелось бы, чтобы вот человек, так как это были написаны письма, да, дети, чтобы человек увидел эти, там, допустим, 100 писем, он нашел того ребенка, который тронул его это письмо, да, и он захотел для него стать волшебником. Он бы его прочел, как его зовут, как ребенок живет, что он желает, пошел бы сам, купил бы этот подарок. То есть он полностью поэтапно бы прочувствовал, что он действительно стал настоящим волшебником, а не просто дал деньги. Деньги, знаешь, такое материальное, хочется немножко как бы души донести и соединить этих деток и наших волшебников, чтобы была прямая связь, что эти дети знали, что они, что их заметили, что они есть, а волшебники знали, что они сами пошли и на свой позыв сердца смогли сделать то, что они, ну, что они смогут в мере своей финансовой либо там другой возможности. Тобто дітки писали листи и рисовали рисунки, детки, которые маленькие, они не могли еще, допустим, писать, да, там, допустим, 5 лет, 4 года, у нас есть еще меньше, то они рисовали. И вот насколько это просто было, знаете, как бы тронуто, и рисовали там и сердечки, украшали как бы так, да, и снежинками. И на самом деле это очень, ну, простые подарки. Скажем так, что совсем, ну, очень дорогих практически как бы нету. В основном это обыкновенные детские желания. Очень много белых и розовых медведей у нас. У нас очень много мечей. Это новые футбольные команды у нас появятся в Николаеве, так подозреваю. Это то, что малюки просят. Да, то есть как бы просят элементарных детских вещей, которые, может быть, они не могут им, допустим, купить меры своей возможности, допустим, родители, если это соцзащищенный слой. Либо интернатовские дети, да, понятное дело, что они хотят что-то такого, что, допустим, они ограничены в интернате, то есть в связи с деньгами, либо с выездом. И вот они все это излагали. Ну, очень много просили это MP3-плееры и наушники, потому что я понимаю, что им хочется слушать музыку, им надо как-то там общаться, вот в этом плане друг другу перекидывают это все. Очень много мечей. Мы в том году присылали очень много футбольных форм, в этом году еще больше. Я говорю, у нас как-то формируется футбольная новая команда. Куклы, коляски для кукол. Бывает, даже вот у нас были такие в этом году подарки,
подарки. Я просто была очень удивлена, что книга на английском языке, детская книга. То есть, видно, кому какой-то ребенок увлекается, ему даже хотелось бы просто элементарной такой вот вещи. Письмо у нас было очень необычное. Мы уже когда второй список добавляли, нам последних 5 человек уже там на последних сроках добавили. Там ребенок инвалид, вот их 3 человек в семье, просит, что я не хочу никакого подарка, просто помолитесь за мое здоровье. То есть, такие вещи, что... Ну, их нельзя пройти мимо. Это просто читаешь и вот наполняешься, ни в коем случае не сочувствуя, просто поддерживаешь, что насколько дети не алчны, да, в этом плане, а хотят элементарного здоровья, там, мира, добра, и как-то пытаются это тоже и нам пожелать, даже не акцентрируя внимание на каком-то большом подарке. Но все просили сладости. Ну, это дети, я это понимаю. Ну, будут сладости. Я думаю, мы никогда и как бы не обижали, и каждый раз, когда приводим, мы просчитывали точное количество человек, и всем закупали, скажем, как сладкими пайками, называется, потому что ни одна, ни две позиции, это должен быть какой-то пакет, где будет наложено сладости в разных, в разном ассортименте, чтобы ребенок чувствовал, что действительно Святой Николай к нему пришел, а не уголечки где-то там подложил под подушку. И старалась дитина добре себе поводила, так? Ви з благодійною метою проводите і концерти, якісь святкові заходи. Ну, в связи с тем, что фонд прямое направление – это культурное воспитание детей, то, конечно, это наше, как говорится, наше направление. Во-первых, я считаю, что это очень хорошо, потому что все-таки в связи с тяжелым финансовым положением и военным, и со всем остальным, немногие родители могут позволить повезти куда-то профессионально, да, ребенка, пошить, выступить на большой сцене, выехать, там, допустим, по области. Ну, мы знаем, что на сегодняшний момент это дорого, тем более, если это все профессионально. И, исходя из того, что я сама, допустим, да, мама 3 детей, мне всех где-то куда-то повезти, это как бы ощущается на моем бюджете, и я понимаю, что многие дети, они просто сидят дома, или, извините, деградируют на улице, становятся как бы подростками сложными, лишь только потому, что им некуда пойти. И вот у нас с мужем зародилась идея, он тоже главный хореограф, там, танцор, и вот передать не только обратно же своим детям что-то хорошее, то, что мы можем, то, что мы умеем, а передать это и другим. Мы делали набор детей, формировали коллектив, дети танцуют замечательно. Те лучики, которые приходят, я считаю, что насколько они себя реализовывают на сцене, преподносят и дарят со сцены тепло и доброту, что просто уйти из концерта и не улыбнуться, это невозможно, тем более у нас танцуют детки от 3 лет, это очень маленькое. А мы зараз покажемо сюжет, просто прошу вас його представити. Про що йти ви це у сюжеті? Про яку акцію? Про який концерт? У нас був концерт, де ми поздравляли дітей Всемирним днем ребенка. Ну, ми пытаемся каждый раз тематически подойти к разным мероприятиям. В этом году мы сделали на 500 человек детей концерт, где пригласили всех детей города Николая. Звучала радиореклама, у нас были брошюры. И, знаете, зал был заполнен. Мне очень порадовало то, что практически даже я видела, что кое-где стояли взрослые, потому что очень было много детей. Все дети пришли и посмотрели на выступления наших фондовских детей. Пошили все новые костюмы, разрабатывались новые номера. Вышли даже самые маленькие, которые были набраты вот буквально 2-3 месяца назад, они были набраты, уже что-то они умеют, мы их все равно выпустили, пошили, для того, чтобы они тоже себя могли как-то реализовать и сказать, что мы есть, мы даже маленькие, но мы что-то умеем, и мы можем тоже подарить это со сцены. А мы зараз побачим сюжет и побачим деякі фрагменты концерту. Запрошених гостей – 500. Діти різні. Миколаївські школярі і малеча з багатодітних родин і сімей воїнів АТО. Діти з особливими потребами. Дітлашня вітає своїх однолітків по-дитячому щиро, бажаючи добра. Желаю здоров'я, щастя, любові. Вони були раді. І щоб, ну, у тебе... Кто ходит в школу, чтобы у них были хорошие сынки. Я хочу, чтобы все дети не болели, которые вообще во всех странах, и учились хорошо. А пожелать родителям хотелось бы, чтобы не забывали, что они прежде всего дети, нагрузка в школе очень большая, но пусть все-таки помнят о том, что им нужно иногда и поиграть, и повеселиться. Хореографічний колектив фонду до концерту готувався з самого літа. Репетирували нові номери, шили костюми. Для частини маленьких танцюристів цей захід – перший вихід на велику сцену. Костюми для танців розшивали вручну. Кожен з них – окремий витвір мистецтва. До кінця цього року колектив ще не раз подарує свято малечі.
Крім святкових концертів, і в цьому році фонд ініціював традиційну акцію «Волшебство під Рождество». Під час неї кожен дорослий може стати особистим чарівником для вихованців інтернатів, дітей, які втратили батька на Сході, малечі з малозабезпечених родин. Дітлахи написали листи до Святого Миколая, розповіли про те, які подарунки вони хотіли б отримати. Кожна дитяча мрія, яка здійснюється, в майбутньому стає основою для щасливого життя. Допомогти малечі бути щасливими зараз по силах кожному дорослому. Для цього потрібно лише велике бажання, доброта і активні дії. Новорічні різдвяні свята – це чудовий час для ось таких святкових заходів для малечі. Ви також подібні готуєте? Да. Ми готуємося, як ми вже говорили, що все-таки декабрь у нас как бы забит тим, що ми дуже багато виїжджаємо, поздравляємо, і та ж акція «Волшебство» теж прикріплена непосредственно к этому. По второму списку дітей, які з Николаєва нам писали, да, это вот АТО, інваліди і многодітні, ми будемо поздравляти Николаїв. Тобто, зробиться великий концерт, ми пригласимо жителів міста Николаєва зі своїми дітками, независимо від того, були вони у нас в списках, не були в списках, всі діти отримують на Николаєв сладості. Потому что даже гость, который пришедший, должен уйти с чем-то, я считаю, это для того, чтобы не просто увидеть концерт и получить как бы вдохновение от того, это ребенок. Он всегда будет оставаться ребенком. Ему что-то всегда захочется унести с собой, особенно сладкую какую-то конфетку или печеньку. Поэтому мы всегда просматриваем эти варианты. Даже если мы куда-то выезжаем, мы просчитываем количество детей, которые выступают с нами, которые находятся там. И помимо гуманитария, там, тех же подарков, мы обязательно везем сладости. Підготовка до цих концертів триває, і ви принесли ще і ось такі чудові креативні футболки, таке модне слово «креативні» проситься. Що це за малюнки на цих футболках, їх не можна оминути увагою? На самом деле, как бы можно сказать, что тут ничего такого там нету, да, модного или там что-нибудь еще. Это обыкновенные наши белые ХБ футболочки, 100%. А идея у нас зародилась в том, что детки рисовали рисунки, и мы их попросили, чтобы они как-то выложили на рисунках, что такое счастье, или как он хочет пожелать счастья. Да? Детки разные, детки семейные, детки с приобретательных центров, детки с детских домов. Ведь ребенок тоже по-своему видит счастье, хочет передать этот позитив и как-то донести до человека, что он есть, и он тоже всем желает счастья. Вот зародилась идея взять эти рисунки, напечатать на футболках, для того, чтобы если человек мог приобрести такую футболку, он не только просто сделает добрый вклад, да, там, приобретя ее, он просто будет носить и знать, что какой-то ребенок ему пожелал счастья. А давайте подивимося, які малюнки є, що з цього вийшло із цієї затії. Зараз на наших екранах ми побачимо фотографії, а ви нам поки розповідаєте, де можна купити ці футболки і куди підуть кошти. На фотографиях и футболках дети нашего фонда. Также наш любимый соучредитель Оксана Саладенко со своей семьей. Мы решили их как бы сделать фотографии и пригласили к фотосъемке и взрослых, и детей, но же есть все размеры. Потому что, мне кажется, это лучший подарок под Новый год для какого-то ребенка, или даже для взрослого, для того, чтобы ему как-то передать кусочек счастья того-либо иного ребенка, который рисовал. Футболки, получается, у нас стоят 200 гривен. 50 гривен с каждой футболки, которые просто вот как бы без себестоимости будут отходить на подарки на волшебство на Рождество, для того, чтобы собрать деньги, которые, если вдруг ребенок останется без подарка, либо на сладости. На сегодняшний момент еще не закрыт второй список, люди немножечко как бы выдохлись, потому что действительно охватили практически 300 человек детей, подарки были, ну, на сегодняшний момент, ну, как бы, может быть, не сильно ну, дорогие, как бы там непонятно, ни планшеты, ни телефон, но само купить какую-то Лего, она тоже стоит денег. И поэтому люди максимально уже все, что могли, взяли. Я смотрю, немножко уже остыли, немножко, ну, как бы нет такого брони сильно, а детки еще остались, они висят. И я просто переживаю, чтобы, не дай бог, никто не остался. То есть сделаем два в одном. Мы человеку подарим позитив того любимого ребенка, который рисовал этот рисунок. Рисунки разные. Но с другой стороны, приобрести ее, он может, то есть, нам помочь добить подарки и закупить сладости. Куда звертатися тим, хто хоче відчути себе чарівником? В любом случае,
это не обязательно там забор какой-то денег или купить супер-попер дорогой подарок. Даже элементарно вы можете принести гуманитарий, да, который всегда вывозится в то либо на место, где это востребовано. Там может быть вещи, средства гигиены, все что угодно, игрушки какие-то, потому что это тоже считается помощь, это тоже, то есть как бы нас поддерживает и объединяет с людьми. Мы всегда есть на Фейсбуке, ВКонтакте, это группа так и называется, я всегда есть Валентина Ткаченко. У нас указаны везде номера телефонов, где можно было бы с нами связаться. У нас есть учредители номера телефонов, главных педагогов, зал, где мы занимаемся, Лягина 26, при базе 34-й школы. Ну, в принципе, везде можно написать, если прозвонить и узнать, что, чего, как, спросить. Вот, и как бы всегда вы получите ответы, и мы всегда рады новым волшебникам, новым людям, которые бы узнали бы наш фонд ближе и решили бы с нами сотрудничать. Будьте чарівником, навчіться робити добро для інших, і ви відчуєте, як легко насправді вам стане, да? І як ростуть крила. Да, я хочу сказати, що все-таки от, волшебником бути не сложно, просто нужно захотіти. Не в бытие в сьогоднішнього дня не пройти мимо, а просто становиться, знаете, как бы, і заострити внимание на тому, що что-то происходит вокруг, є какие-то діти, і вообще можна что-то сделать хорошее. Даже самое маленькое хорошее, а на связи с тем, что нас много, понемножку накатится, и мы можем делать очень большие акции, можем делать очень большие мероприятия, как говорится, даже практически без денег. Просто бы, чтобы люди отозвались, прочувствовали и поняли, и захотели иногда по мере своей возможности принимать участие. Дякую, Валентину, успіху вам!